Священник шел проселочной дорогой. Вдруг мальчика на поле увидал. Тот, стоя на коленях, что-то Богу в слезах своих так искренно шептал. Приблизился священник с умилением, но слышит буквы А, Б, В, Г, Д. Застыл мужчина, полный удивления. Таких молитв не слышал он нигде. И снова алфавит весь повторился. Усердно мальчик буквы называл. Как будто сдать экзамен торопился. Священник молча недоумевал. Зачем здесь этот бедненький мальчонка, глотая слезы, буквы говорит? Зачем в мольбе протянутые ручки? Зачем он повторяет алфавит? Но вот ребенок путника заметил. Священник, подойдя, все расспросил. Без матери остался я на свете. Я здесь у Бога помощи просил. Всегда молилась мама утром рано, а я запомнить слов ее не мог. Хозяин меня лупит постоянно, но мать учила, есть на свете Бог. Сюда я прибегаю на рассвете, я выучил недавно алфавит. И вот я повторяю буквы эти, а мудрый Бог их сам соединит. Священник детской верой восхищенный обнял мальчишку и продолжил путь. О, эти буквы достигают трона, поспорит ли с ребенком кто-нибудь? А мы порой сидим, уста зажаты, когда слова не можем подобрать. А если красноречием не богаты, стесняемся свой голос возвышать. А Бог все знает, видит наше сердце, а Бог за каждой мыслью сам следит. Он помогает, он понимает и слова младенца, и лепит наш, о многом говорит. Бог может из него молитву сделать, он знает, что хотим ему сказать. О, как бы мне хотелось просто верить, молиться просто и ответа ждать. Аминь.